Давайте откроем сундучок, посмотрим, что в сундуке. Оба-на! Нифига себе! Новый редкий танк, да ну! Есть, ребята! Я открыл жнеца, наконец-то! Наконец-то, ребята, я открыл жнеца! Есть! Супер! Давайте тогда, значит, поиграем в классический крушитель луны. Выбираем, берем жнеца. Так, потом мы ему сделаем окрасочку. Но пока краски нету. Попробуем, постреляем. А ну-ка, тихо. Ё-моё, а чё я не то самое, не доходит, что ли? О! Так, пока он не особо прокачан, ну да ладно. О, жнец, наконец-то, наконец-то, вонючка, сколько ждал-то я тебя. Сколько, ребята, я ждал, а ждал я очень таки долго, пока я жнеца-то открою. О, теперь буду всех я уничтожать. Потихонечку прокачивать жнеца буду. На, получи! О, готов. Так, вот еще. Танк какой-то. На, получи. Ах ты, уничтожили меня, ребята. Да, потому что у меня не особо прокачанный жнец. Поэтому уничтожить жнеца очень легко. Давайте в классический поиграем в зимнюю войну. Поехали. Так, 650... две монетки. Будем прокачивать. Чтобы прокачать жнеца, нужно в него поиграть немножко. Потом будем открывать всякие штуки новые. На, где там чё кто? А, Катюша перевернулась. На, получай. Надо еще немножко разобраться, как чего играть с этим жнецом. Так, едем. О, на. Тихо, у него, видишь, какие... Он стреляет по... как бы неровно. И патрон, пульки не видны. Ну, наконец-то я открыл жнеца, ребята. Это очень круто. Я это очень долго ждал. Я даже не ожидал, что я открою жнеца, представляешь? На! Есть. Так, теперь вот этого нужно уничтожить. Ага, надо будет нам подъезжать поближе к нему. Во. На, получай. Есть один. Так, и вот этого теперь. Блин, у меня здоровья совсем мало. Офигеть. Очень-очень быстро уничтожается жнец. Смотри. Офигеть, меньше миллиметра. Так, а ну-ка, успею я, да? А, наверное, даже с боссом не повоюешь, да? Тут, видимо, один танк остался. Да, вот он. А, все, уничтожили меня, ребята. Давайте поиграем 2 на 2. Возьмем жнеца. Попробуем. О, Эрик. Эрик какой-то. Эрик Давыдыч. Ну что ж, поехали. С Эриком Давыдычем играем сегодня. Оп. Так, сейчас подождем, постоим здесь. На рожон. А, о, смотри, прям хорошее у меня место здесь. Прям хорошо я попадаю в них. Ой, отлично, отлично. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, броня очень слабая у танка. Очень слабая броня. Поэтому нам нужно ее улучшать. А улучшать у меня нету карт. Мне нужны карты. Ладненько, пока возьмем, давай. Феникса. Мне нужно побольше заработать, естественно. Сундучков, чтобы там выпали карты для моего жнеца. А так бесполезно играть с ним. С ним бесполезно пока играть. Пока бесполезно, к сожалению. Так, давайте сразу подлечимся. О! На, огня тебе. Гад, и тебе тоже. Это у меня слабый, я знаю. Да, он слабенький. Ага, атлант. И вот, смотрите, ребята, открываем сундучок, смотрим, что там. А там у нас, смотри, Титану, Катюши... А, этому нету, да? Жнецу. Ничего не дали. Так, а что у меня здесь есть? А, у меня даже вот этой нету. Феникс, другая пила. Почему мне до сих пор не дают, а? Так, ладненько. Играем-то долго достаточно.
Ладно, будем открывать сундуки, что делать-то? Вова. Играем с Вовой. Так, а здесь, я, наверное, вот здесь вот встану. Ох ты! Поджарим сейчас. А, два титана у нас. Два титана? Ух ты! Так, ремкомплект я взял. А, у них у всех ремкомплекты, прикинь. Ну все, я здесь остану. Ремкомплектик себе тоже возьму. Но! Че вы там? Давай! О! Поджарил! Следующий. Да ну мне ваши пульки. О, готов, одного уничтожил. И второго. Ха-ха-ха-ха-ха. Победа, ребята, победа. Мне нравится. Дальше будем играть с Фениксом нашим. Давайте черную краску возьмем. Ух ты, кто же это? Чингисхан какой-то. Вот он легкий будет. Я так думаю. Я так думаю, он будет легенький достаточно таки. Так, встанем здесь. О, иди сюда. Иди сюда. Так, жарим, 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 жарим. Нифига, как я отлетел-то, а? Далеко. Так, ремкомплект срочно. Так, ремкомплект. Ну и где там кто? А, давайте сейчас отжарю. Какой ты... А ты сильный, слушай. Ну... Есть, уничтожили. Да, но не до такой степени сильный. Убили его, представляешь? Убили мы танк. Мощный достаточно, скорпиончик. И получаем звездочку. А, давайте дальше отправляемся. Берем титанчика нашего. Ой, титана, говорю, господи. А, Феникса. Феникс мне нравится, слушай, классный Феникс. Ага. Так, ладненько, давайте со жнецом мы играем. Ага, блин, а где же здесь стать? Ну давай, ладно, поближе я встану. О, мне повезло. Повезло, смотри, у нас титанчики. Вонючие титаны. Я сейчас буду вас жарить. А, нифига, у меня другая тактика должна быть. Блин, и здесь нету, как бы, такого места хорошего, знаешь, где бы я мог встать. Но как только, если бы не сюда, вот. О, здесь нормально, нормально, нормально. Сейчас я его... Так, один готов. И второй. И второго мы поджарили. Круто. Звездочка наша. О, открываем сундучок. Смотрим, что там. Эх, монетки. Мне бы еще кристалликов бы кто-нибудь дал бы. Было бы хорошо. Ладненько, отправляемся дальше. Так, кто у нас там? Ох-ох-ох-ох-ох. Титанчик и... Ой, у меня тоже такой архимедик есть. Ну ладно, поехали. Арахнидики, они достаточно такие странные, это эти арахниды. Мне главное стать в хорошем, правильном месте. Вот, например, вот здесь вот. Так, давайте подлечимся. Ага, на, держи! Огня, у меня много огня. О, все, взорвали. Он подняться не мог. Он не мог понять, почему я не могу подняться. А, знай. Ты не можешь подняться, потому что я тебя жарю. Угу. Ух ты! Два Феникса! Серьезно? Вы серьезно? И титан? Так, нам нужно спешить. Мы сейчас вот здесь я встаю. О-о-о-о! Да, не знаю. Получилось у меня так или нет. Как я запланировал. Ух ты! Срочно лечиться. Срочно лечиться. Давай, 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 жарим, жарим, жарим его. Жарим, 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 жарим. Так, пал у меня один танк. Так, теперь этого надо обжаривать. О, у него там вообще здоровье маленькое. Фу, я выиграл. Ребята, я выиграл. Оп, все, готов. Это было очень легко, по правде. И получаем нашу заветную звездочку. Ну что ж, и мне понравилось играть Фениксом. Давайте открывать сундуки. Играем дальше. Так, а только... Ух ты! Смотри, как мы красиво стоим, да? Черный, черный. И еще у меня огонь. О! Два брата-акробата.
Ох ты, тихо-тихо-тихо, на огня. О, это я подлечил? Нет, это мой приятель подлечился. На огня тебе надо? Так, лечилка. Так, опять, смотри, дружище мой подлечился. А, ну, ничего не стыдно забирать ремкомплекты-то, а? Так, бригадный генерал. Ух ты, бригадный генерал. Интересно, что-то новенькое. Что-то, ребята, новенькое. Мы открываем сундучок, смотрим, что же там. А, в сундуке повышение на Джокера и 18 монеток. Кобра на Палм даже есть, смотри. Ладно, и давайте еще раз и сыграем. Берем другую окраску. Поехали. Едем. Так, у нас титанчик с циркулярочкой. О! Тихо-тихо-тихо, я вот здесь стану. Можно? Ой-о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 й. Так, давай. Так, а у нас что там, два этих, что ли? На огня. Есть, еще немножко тебе. Так, подлечиться надо. А, как кто меня взорвал-то? А, я не понял. Давай, отомсти ему, у него там здоровья мало все равно. Есть! Циркулярочка его помогла. Вот и вещь. Классная штука, это циркулярка. Ага. Давайте, поехали дальше. Берем Феникса. Так, кто у нас здесь? Катюша и, получается, Кобра. А у меня друг будет Жнец. Так, мне надо главное встать. Ох ты! Вы чё, вонючки, вы чё творите? Прикинь, чё творят? На! Ладно, я вижу, ты хитрый очень. Я вижу, ты очень хитер. Я вас сейчас буду тут поджаривать. Так, одного зажарил. Так, второго сейчас буду жарить. На. Ладно, давай, едь сюда. Дурачишка. А, едь сюда, дурачишка. На, у меня огня много. Готово. Победа. Победили.